труби. Ладно, ребят, за дело. Что ты не отрубаешь-то? Не, я держу. Там ужасно стрел. Пизду, лучше так сдохнуть. Цельная ликвидация отмечена. Убейте ее. Лучше так сдохнуть. Только не с цешкой в руках. А, вот такой можно. Так, ну ладно. Я ты чё? Обутый. Ничего себе, с такими пушками это. Так, а где-то магаз тут? Блять, магаз вот тут. Пойдем, там пиздец. Каких-нибудь гранат? Бы каких-нибудь бы гранат. Блин, ящик полезный, пиздец. Тишка тоже полезная. Ладно, пусть. Вот сейчас бы тишка пригодилась. Просто газ приближается. Ёпта масло, блядь. У кого тишка-то есть. Вот у кого тишка-то есть. А гранаты есть какие-нибудь? Блять, ножи. Убейся. Блин, ну чё, хватит на газ тогда что? Там, блин, какой-то крыс сидит. Да ну шо тебе надо? Бля, мам, делай как хочешь, ты чё? Сам будешь заполнять свою куртку или... Мне все равно. Холодильник включила, все. Хочешь, переложи все. Я... Ты почему меня-то этим вопросом, я не знаю, задаешь? Как можно быть настолько... И без чел еще падает туда. Приятно.
Очень он мне тут нужен. Сейчас. Чел. Ты со своей консолью мне тут вообще сейчас не нужен. Где еще магаз? В парке типа купать. Над нами вражеский ППЛА. Станция покупки. А вот он съебался. Ой, ёбаный сзади, блядь. Нужна разведка по моим координатам. ППЛА входит. Фига там народу. Блять, это идет на магаз. Над нами вражеский ППЛА. Внимание, у ППЛА топливо на исходе. Иду на базу. Отправлена посылка. Над нами вражеский ППЛА. Внимание, газ. Найдена новая безопасная зона. Ваши координаты отслеживает вражеская команда. Так, вас отслеживает вражеская команда. И мне идти по полю. Рядом 200 метров. Угу, заебись. А теперь уже этот дядя меня видит. Это рядом, блядь, я твою мать, сука. Понял. Над нами вражеский ППЛА. Угу, вижу. Осторожно, газ приближается. Курва-мач. О, тетя, курва-мач. О, какой. Недовольный, сучка. Недовольный. Блин, я возьму газа, нет? Как думаете? Возьму газа, нет?
Через магаз надо идти. Я вас тут, долбоебов. Их там аж два. Внимание, у БПЛА топливо на исходе. Их там аж уже три. БПЛА входит в район операции. Над сидят нами вражеские БПЛА. Вы, бля, вылазить-то собираетесь? Нарушен контракт на ликвидацию. Ничего, оба полетят? Что? Внимание, у БПЛА топливо на исходе. Иду на базу на дозаправку. Алло, гиены. Одна гиена съебалась. Да, непонятно, куда делать. Над нами вражеский БПЛА. Внимание, газ. Найдена новая безопасная зона. Ага, вот вторая гиена. Понял. Гиенка не такая у меня оказалась. Вторая гиенка как-то так. Чё, куда она? Над нами вражеский БПЛА. Это говно. Да, без тачки пипец, жопа. Лестница безопасной зоны смещаются. Угу. Блять, я там на КамАЗе чего ставить? Тут у меня на кругу чел какой-то. Ненавижу. Внимание, БПЛА топливо на исходе.
сейчас такой, блядь. Когда они... Запрашиваю разведку с воздуха. ППЛА входит в район операции. Да, Плакинг Волхат? Окей, ладно, понял. Плакинг Волхат. Понял тебя, брат. Базар мой. Плакинг Волхат тут по-любому нужен был. Тут дядь без Волхака вообще никак было сейчас. Согласен, дед, садуй. Без Волхака вообще никак. Время вышло. Контракт провален. Не, ну тут я как бы с ним согласен. Так, справа у меня какой-то. Запрашиваю разведку с воздуха. ППЛА входит в район охраны. Обнаружена станция. Рядом с вами. Безопасная зона сместилась. Тракинг Волхак. Не, ну там, блядь, не доебешься. Угу, тут кто-то сидит. Давайте лагает. Факинг по-любому. Я тут гранат газы. Если что, покидаемся. Если что. Так, ну у меня тут гасты либо вокруг меня все. Либо уси гасты. Волхат. По-любому. Чтобы грузовик-то въебать надо, да. Хакинг Волхат. Никак не меньше. Или ему в принципе плохо было что говорить. Здесь никого. Внимание, газ. Найдена новая безопасная зона. Ого, там кто-то ругается.
Отправлена посылка с комплектом. Блин. На самом деле тупо. Куда окон нет? Назад. Над нами вражеский ППЛА. Над нами вражеский ППЛА. Над нами вражеский ППЛА. Приближается газ. Над нами вражеский ППЛА. Вот где-то там. О, на мини кто-то подорвался. Ха-ха, опять. А, это этот же, по-моему, слышь, прилетел из ГУЛАГа. Нет? Так, иначе так. Здравствуйте. Минки любите? Опа-на. Команда пятерки лучших. Завершите задание. Чего, блядь? Ебать. Так, он был на датчике. Запрашиваю разведку с воздуха. ППЛА входит в район операции. Сел просто туда в край. Блядь, что за хуйня? Единственный гость. Внимание, у ППЛА топливо на исходе. Иду на базу на дозаправку. Угу. Ты наебал, чел. Уиу, такой тихонечко. Вылком так, вылком. Дядь, вылком, вылком. Чё ты так? Стеснительно ты заходишь. Вылком давай так, вылком. Так, ну это все по последнему инфа была. Больше инфы ни по кому нет. Нужно выкидывать датчик. Волком, так волком. Концентрация газа повышается. Следуйте в новую безопасную зону.
что, блядь? Куда пошел-то, дядь? Ты куда собрался? Пошел через юго-западную, блин. Куда, блядь?